Возле ЦУМа, да? Федук возле ЦУМа. А когда он там был? Дэмбро. Интересно. Да, очень хочется посмотреть. Я не знаю, насколько я вообще уже вот норм, да. Очень поздно сегодня начали стрим, уже 5-й час стрима, да. Долго не будет просто трансляции. Вот, поэтому не хочется упускать трек. Федук, это качество. Тем более, тут вот такая история есть, да. Покатай. Ага, он вот работает с колоночкой, да. И тут вот как-то так и... Тут так оно и происходило, да. Слушаем, друзья, слушаем. Как будто это должно быть мягко. И как раз-таки на закрытие, так сказать, стрима, да, мы послушаем какую-то мягкую, красивую историю от Федука. Он конкурс на фит-видео, господи, уши, да, круто. Уши завяли? Да ладно, вроде, прекращай. Слушаем, let's go. Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит ритм блюз. Покатай меня, она любит этот звук. А, он про благо? Любит покурить люк, любит ритм блюз. Благо, Вайс. Пазл сложишь черты лица. Да я сразу тебя узнал. Есть проблемы, я обычный пацан. Смотрю тебя в телеке, ведь ты звезда. Нам не встретиться никогда. Ты живешь в своем замке, я еду замкат. Ты носишь бриллианты, я не богат. И чё остается мне? Только мечтать. Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит ритм блюз. Такой брок-вайб, да? Покатай брок лифт светер, ёпта. Broke Lives Matter, друзья, Broke Lives Matter. В моем городе холода, я стою с гитарой в руках. Просто уличный музыкант, что опять поет эту песню с плена. Закрываю глаза в мечтах, вот бы встретить ее сейчас. На миллион всего один шанс, что мимо пройдет. Услышит она, покатай меня на люк. Я не удержался, простите. Очень хорошая, мягкая песня, да. Спасибо большое. Да, текст вижу. Покатай. Давно ждал своего летнего часа у меня в архивах. Так хотелось выпустить его в теплое время, что все кайфовали на улицах до утра и катались под него. Наслаждайтесь офигенным московским летом, ребята, пригоняйте на концерты. В моем городе холода. Окей. Но принимается, да. Покатай меня, она любит этот звук. Ну да, лето пока у нас дождливое. Любит покурить люк, любит ритм блюз. Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит ритм блюз. Пазл сложишь черты лица, да я сразу тебя узнал. Есть проблемы, я обычный пацан. Смотрю тебя в телеке, ведь ты звезда. Нам не встретиться никогда. Ты живешь в своем замке, я еду замкат. Про Аллу Борисовну поет. Носишь бриллианты, я не богат. И чё остается мне? Только мечтать. Окей. Покатай меня, она любит этот звук.
покурить друг друга. Да, милоты вайб. Угу. Да, спасибо, друзья, кто на стримчанске приходит, да, так поздно. Милоты вайб, правда. Милоты вайб такой. Простой, добрый Broke Lives Matter-овский вайб, да. Черты лица, сразу тебя узнал. Я обычный пацан, но смотрите, я в телеке. Телеке, да? Ведь ты звезда, нам не встретиться никогда. Ты живешь в своем замке, а я еду в замкат. Ну, ешь, блин, я не богат. Такой Миша Хай вайб, не знаю, почему показалось. Ну, что остается мне только мечтать. Покатай меня, она любит этот звук, любит покурить люк, любит ритм и блюз. А мы любим ДНБ от Куока. В моем городе холодая, стою с гитарой в руках. Она будет песню «Сплина» закрывать. Да, вот все, вот, кстати, будет песню «Сплина». И, кстати, там вот возле ЦУМа тоже очень много уличных музыкантов поет, да. И когда вот они очень навязчиво, девчоночки, шапками двигаются, вот это напрягает. Мне кажется, это не совсем корректно. Если люди остановились послушать, это базару нет, да, тогда можно пройтись. А ты, бывает, стоишь за 200 метров, там, не знаю, машину ждешь, где-нибудь вообще хер знает. Она бежит, 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 идет там. Это только раздражает и отталкивает от артиста, да. Вот уличные музыканты, бляха-муха, имейте в виду эту историю, да. Иногда гораздо... Иногда хочется, да, там, подкинуть какие-то деньги, остановиться, послушать, да. Но они настолько отталкивают своим попрошайничеством. Вот вторые люди, да, которые бегают с шапкой, это какая-то фантастика просто. Особенно прям, когда люди просто проходят, аж стараются обойти, чтобы их не доебывали этой шапкой, да. Если человек остановился, да, он может помочь, он как-то поддержать музыканта. А вот это вот такое, короче, такое. Да, ты в наушниках, люди проходят в наушниках, очевидно, они не слушают, останавливают, да, и шапка. Выздоравливайте, короче, ребят. Да, то же самое, как спам артистов вот нам в чат приходит, да, начинают спамить артистами. Если ты остановился, насладился музыкой, да окей, подойди там, или человек сам это сделает. Нет, ты стоишь, реально, вот был вот недавно случай, прям очень далеко, там, на Петровке, да, очень далеко, стою на дороге, жду машину, да, идет, ну, блядь, ну неужели подойдет? Да. Ну, конечно, нет, да, в таком случае, естественно, нет. Часто-часто вот прям и люди шарахаются, аж прям аж, они отторжение вызывают, поэтому люди не останавливаются. Ты знаешь, что если ты остановишься, все, тебя заебут вообще этими, дай 3 копейки, да. Иногда хочется постоять, насладиться, послушать музыку, а потом уже там поддержать или перевести, или еще что-то. Они жесткое отторжение вызывают. Поэтому если вы здесь работаете, то люди, которым действительно хочется поддержать музыканта, они это сделают сами. И вот это выкачивание вот, назойливое, оно наоборот, хочется сказать, нет, чел, скип нахуй. Это как официант в ресторанах. Типа, если что, чаевые у нас можно ставить по QR-коду. А, можно, да, ставить, ну тогда хуй. А если нет, то, конечно, да, оставляешь. То есть вот это вот навязывание, оно лишь обратный эффект вызывает. Да. Ну, да. А, недавно. Буквально. Обычно там вот навязчивый чел, вот на мосту, допустим, на вот каменном, да, вот ведущий на Кремль. Там челик сидел. Обычно я скипаю их, как бы, потому что там многие бизнес. Они прямо именно в этом месте, они прям сидят, они каждый день одни и те же. Я не могу ехать в Красноярск, я не могу ехать в Краснодар, блядь. Я один, одно и то же ебало, да. Удостоверение. Там я на самом деле мент. Я говорю, блядь, ты уже заебал. Говорю, каждый день подходишь, блядь. Сейчас, говорю, сдам тебя ментам, блядь. Он убежал. Вот. И вот недавно сидел чел, который реально, как бы, у которого реально были проблемы. Подходишь шапкой, ты отвечаешь, разбор за донат в отдельном видео, либо в общем видео. Ну да. Неплохо, бро. Это хорошо. Это ты хорош. Да. Вот. И один челик меня убедил, да, короче. Я не знаю, наебал ли он меня. Но вот единственный момент, когда я не очень стараюсь, так сказать, прям супер глубоко разбираться, это когда вот такая ситуация, да. Ну, в основном это скип, потому что это одни и те же люди, у них это их работа. Но этот челик меня убедил, да. Я помог ему. Закрыл, так сказать, его полоску, да. Закрыл его полоску и надеюсь, он меня не наебал. Если да, ну, и на его совести останется. То есть я тут особо глубоко не разбирался. Я прям сел с ним, да, так пообщался, короче. Присел, да.
Я говорю, что, братик, рассказывай. Прямо посреди моста. И мы обсудили эту всю хуйню с ним. Надеюсь, у него все хорошо. Данрусов, конечно, пиздец, да, это отдельная история. Не, не буду, они оскорбятся. Это будет охуенная шутка для тех, кто понимает, но оскорбление для тех, кто не понимает. Что-то мы вообще не в ту тему ушли, да, послушали песню Федука, и какую-то хуйню вам сижу рассказываю. Зато мы услышали охуенный панч от Данрусова, да. Мягенькая, вайбовая песня. Ждем отдельный рилс про уличных музыкантов или шортс. 100%, да. Кстати, бля, можно вырезать на туре Макс. Я думаю, можно разъебать. Если что, подскажи Жене, да, можно взять отсюда эту историю и прям отдельно разъебать ее. В Питере сидят одни и те же лица в костюмах камуфляжных. Якобы они приезжали с СВО. Да, он человек явно, видно, за Питер шарит, да. Респект, бро. Да-да-да-да, то есть вот эти, блядь, ну вот такие, да, которые типа там с СВО, там, блин, это вообще вот на таком хайпить. Жестко. Сейчас. Это сразу тебя узнал. Есть проблемы, я обычный пацан. Смотри тебя в телеке, ведь ты звезда. Нам не встретиться никогда. Ты живешь в своем замке, я еду замкат. Ты носишь бриллианты, я не богатый. Че остается мне? Только мечтать. Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит ритм. Нет, такого мудачка можно со шкварник и ментам сдать, реально, прям вот. Вот на таком не надо хайпить, реально, наебывать. Рассказывай о том, что ты приехал, тебе нужно снять хостел, ты потерял работу, у тебя всю хуйню, и ходи зарабатывай, ок. Но вот это вот война, да, типа, не-не. Надо под сраку пинком искать, бля, вот этого долбоеба уберите отсюда, пусть людей не вводит в заблуждение. Потому что такая история создает мысль у людей, что вот реально ветеран боевых действий может прийти и вот так, типа, себя чувствовать. То есть это хуёво очень. Груз, покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, по погоде любит снег, ритм блюз. Типчик один с Коряна тоже подходил, типа, вот смотри удостоверение, вот так показывает. Я говорю, ну-ка, поподробнее. Да там, я подполковник. Я говорю, чё нахуй, такой взрослый дядечка. Я говорю, подполковник. Короче, я его доебал до столько, что он аж убежал, бедолага. Не, ну типа, я говорю, ты чё, чел, типа, если так, то давай обсудим. Не, просто понимаешь, дело в чем? Проходить мимо можно всегда, тут вопросов нет. Иногда действительно у людей могут быть проблемы. Москва такой город, что могут люди приехать и проебаться жестко здесь и ходить бедолажничать, да, бывает такое. И вот тут надо выкупать, да, что типа, блядь, ну подполковник, я думаю, чё нахуй, типа. Да. Таких ебланов, да, тоже надо сдавать однозначно, блядь. Короче, у нас вообще, да, жесткая бедолажная тема, да, поперла под торчок Федука. Ну, значит, вообще охуенно послушали. Да, одни и те же лица. Да, 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 да. Ну, я говорю, ну, по мосту тоже ходишь, там один и тот же человек с охуительной историей про то, что ему надо срочно на автобус накопить и в Красноярск уехать. Он уже меня, наверное, когда видит, такой, типа, бля. Я стрим твой смотрел, да, скоро будет говорить мне каждый день, ну да. В моем городе холода, я стою с гитарой в руках. Просто уличный музыкант, что да, 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 поет, да, да, да. Давай, закрываю это, глаза в мечтах. И вот боишься, да, пройти того, кто не скамит. Если реально есть у чела проблема, блядь, как бы можешь помочь, и ты такой, да, ты, наверное, ебаешь. Поэтому тут лучше, короче, ошибиться, да. Если не накладно, тут лучше ошибиться. То есть... Пусть это будет на его совести, чем на твоей, да, ну и он нахуй, короче. Да, лучше помочь долбоебу один разок, да, который потом потеряет еще больше на этом, но ты-то не потеряешь, и не пропустить того, кому действительно нужна помощь, поэтому тут ладно, хуй с ним. А
руках. Вот бы встретить ее сейчас. На миллион всего один шанс, что мимо пройдет. Услышит она, покатай меня. Она любит этот звук, любит покурить люк, любит ритм блюз. Покатай меня. 4 я поставлю, честно, друзья. Любит этот звук, честно. Любит покурить люк, 9. И ремикс пусть играет дальше. Я буду читать, вы будете видеть, что происходит. А мы послушаем ремикс пока. Что там? Реализация 9, да, 4. Реализация 10, да, 4. Слушаем ремикс, друзья. Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит ритм блюз. Покатай меня, она любит этот звук. Самый базовый трек. Базар, однотипненько. Пазл сложишь черты лица, да я сразу тебя узнал. Вот это норм, кстати. Я обычный пацан, смотри тебя в телеке, ведь ты звезда. Нам не встретиться никак. О, это вообще база. Вот тут я бы даже подумал в плейлист взять. Ебануться. И это ремикс, а то типа оригинал, который вышел? Как будто бы... Есть шанс до этого трека даже не дойти, да? До ремикса. Я, бля, аж ожил. Ну-ка заново. Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит ритм блюз. Ремикс слушайте! Покатай меня, она любит этот звук. Любит покурить люк, любит... Эмоции получено 0. Ремикс, бро, слушай. Лица, да я сразу тебя узнал. Есть проблемы, я обычный пацан. Смотри тебя в телеке, ведь ты звезда. Нам не встретиться никогда. Ты живешь в своем замке, я не замка. Ты носишь бриллианты, а я не богатый. Чё остается мне? Только мечтать. Покатай меня, она любит этот звук. О, там еще и длинчики клубные. Забрал трек на подумать. Дэм, бро, дэм! Холода, я стою с гитарой в руках. Просто уличный музыкант, что опять поет эту песню с плена. Закрываю глаза в мечтах, вот бы встретить ее сейчас. На миллион всего один шанс, что мимо пройдет. Услышит она, покатай меня. Она любит этот звук, любит покурить дуб, любит ритм блюз. Покатай меня. Артист, покатай! Так, что там? Так, фу. Да, ну все по базе, в общем-то. Прод бай Саша Хун, да, покатай Саша Хун на ремикс. Саша Хун на ремикс. Наверное, вот так надо написать, да? Вот так, наверное? Ремикс. Может так? Типа, ну и все, и ок. А? Может норм? Ну. Супер бужоу. Blues,
кота и меня. Она любит этот звук, любит покурить друг, любит, любит, любит. Пазл сложишь черты лица, да я сразу тебя узнал. Есть проблемы, я обычный пацан, смотрю тебя в телеке, ведь ты звезда. Нам не встретиться никогда, ты живешь в своем замке, я еду замкат. Носишь бриллианты, а я не богатый, чё остается? Только мечтать, покатай меня, она любит этот звук. Для такого динамичного трека, да? И ведь сразу же тут становишься. Ну, это, конечно, повышается. В руках, просто и здесь по динамике. Опять поет эта песня с плена. Закрываю глаза в мечтах. Вот мне встретить ее сейчас. На миллион всего один шанс, что мимо пройдет. Услышит она, покатай меня. Она любит этот звук. Ну, динамика вообще возросла. Вот, как будто чуть ли не вот сюда возросла динамика. И для этой музыки, ну, прям по вокалу. Забрал, короче. Забрал. Да, 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 да. То есть тут как будто даже текст можно было 9 поставить. Потому что тут вообще другая история, да, немного. Можно было поставить текст 9, ближе к 9. И структура тут 9-10, да. То есть совсем другая динамика, другая песня, другая музыка. Вот, да, вот, 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 друзья. Вот что такое в рамках жанра, да, типа условно. Структура сразу другая. Если текст кто-то увеличит, здесь тоже принимается. Потому что в рамках этого текста, в рамках такой динамики, это может работать лучше гораздо. Да ебать, вообще чуть не пропустили в натуре дроп, потому что такого трека ок, а ремикс это прям супер база. Я говорю, вот я аж ожил, да. Шикарный ремикс, да, учитесь делать правильные ремиксы. Спасибо большое Федуку и самое главное, Саша Хуман. Ну это же не Иксуман, да, это же Хуман, наверное. Респект.